чтобы мне такое написать. О, напишу-ка я басню «Зеркало и обезьяна». Мартышка в зеркале, увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой. Говорит. Кум, милый мой, что там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки? Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть было похоже. А ведь, признайся, есть из кумушек моих таких кривляк 5-6. Я даже их могу по пальцам пересчесть. Чем кумушек считать трудиться? Не лучше на себя, кума, оборотиться. Но Мишенькин совет лишь попосту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире.